Дорогие гости, боевые друзья, сегодня мы отмечаем 309-ю годовщину со дня подписания Петром I указа о создании морских полков. Именно с 27 ноября, по-старому 16 ноября 1705 года берет свое начало история создания морской пехоты. Все, тебя за фото. Пускай просто. Происходит уничтожение подразделения противника. Поздравляю личный состав с днем морской пехоты, с 309-й годовщиной со дня образования морской пехоты. Слава нашим ветеранам, слава нашим боевым друзьям, с днем морской пехоты.